Отчим продал детей в табор. В Новосибирске под наблюдением врачей остаются мальчик и девочка, граждане России, которых удалось привезти из Киргизии. Их заставляли просить милостыню в Бишкеке. И, возможно, детей ждала еще более страшная участь. Мать Анны и Тимофея скончалась. Главный подозреваемый по делу о ее гибели – отчим. Он сейчас под следствием. Из Киргизской республики вице-консулом России в город Новосибирск были доставлены 13-летняя девочка и ее 5-летний брат, являющиеся гражданами Российской Федерации. В связи с тем, что в посольство Российской Федерации в Киргизской республике поступила информация о том, что в течение длительного времени дети подвергались истязанию со стороны сожителя матери. А после ее смерти в сентябре прошлого года дети проданы лицам цыганской национальности для дальнейшей трансплантации органов. Дети сумели сбежать. Люди, которые их приютили, сообщили о ситуации в российское посольство. У брата и сестры не было никаких документов. Их оформили в кратчайшие сроки. После этого Анну и Тимофея отправили в родной город матери. Сейчас с ними работают психологи.